Привет, меня зовут Данила. У меня есть грузовик и подъемник. И вот этот вот экскаватор. Все это от Лего Сити. И кирпички, и этот от Лего Сити. Вот это не от Лего Сити. И еще у меня есть вот этот грузовичок. И вот этот здоровенный бульдозер. Я играю с этими чуваками. Я играю в строителей, как они строят домик из этих кирпичей. Тут. Я иду еще за кирпичами. А лучше тележку взять. Давай. Сейчас я его поставлю. Немного назад. Подними. Пока гружу кирпичи в грузовик. Чтобы он повез туда, куда надо. Строить дом, чтобы за кирпичами не бегать. Это такой грузовичок, тоже кирпичи, она тоже куда-нибудь их сыпает, так как запасной вот этот грузовик, только у нее больше проходимость, у него раз, два, три, четыре, пять, шесть. А у этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. А этот экскаватор вместо ковша у него манипулятор. Тут так удобнее брать кирпичи. Тут человек загребать большой лопатой.
огромной лопатой. Не нужно загребать кирпичи, а вот этим нужно. Я сейчас вам покажу его движение. Вот его движение. Это манипулятор. Манипулятор, экскаватор. Сделаем, чтобы удобнее было брать кирпичи, чем их загребать. Может ездить, крутиться. Ну, еще так вот. Крутишь. Вот это бульдозер. Он огромный. У него есть сзади фары. Впереди нет фар. Только есть такая вот фара, которая впереди. Его поднимается ковш. И опускается ковш. Пусть трубы. Еще эта фара может двигаться. В нем есть туч, на нем сидит чувачок. Тут бензин. Если у него кончится бензин, то тут есть бензин. Бензин можно его заправить. Может ездить. У него есть такие вот колесики, с помощью которых вращаются гусеницы. И еще он сделан, чтобы равнять поле, чтобы удобнее было ставить фундамент. Вот это транспортер. Он сделан, чтобы кирпичи, грузовик поднимать. Два транспортера. Есть вот эта штука. И есть вот эта вот гусеница. С помощью на эти вот штучки кладутся кирпичи. И потом так вот кладется, вот эту штучку крутишь, и кирпич падает, либо грузовик левый, либо... Вот это грузовичок, он почти такой же, только его вот это закрыто, а у этого открыто. У этого нет таких ушек, но есть вот такие вот ушки. Он может сделать вот так вот, так вот, и вот так вот. У него 10 колес. В кабине чувак не может поместиться. Ну, как по инструкции нарисовано, так я и сделал. У него двигается вот это вот. Вот такая дверка. Ну и все, теперь я пошел строить дымку.